если вы еще не успели сделать, знаете, самые скидочные приобрести вещи, тогда прямо сейчас попробуйте. 690 рублей. Самая низкая цена час. Идеально для первой дистанционной покупки. Но опять же, мы говорим, что летом все это намного дороже. А сейчас самое время, потому что по 690 рублей, конечно, это классная цена. Туника Бернис, это туника, да, я еще раз подчеркиваю, длина очень хорошая. 88-939 номер лота. И вы видите три цвета, вернее, три рисунка, три формата. То, что вы видите сейчас, называется абстракция. Дальше у нас есть полоски, круги и цветок. Ну, давайте разбираться прежде всего с кроем. Вот мы говорим туника, да? Да, во-первых, конечно, туника. И именно в такой версии, в таком исполнении, пусть в вашем гардеробе будут несколько таких туник, несколько таких вещей. Почему? Потому что это та вещь, которая, вот радуйтесь прям, дорогие модницы, ликуйте на все четыре времени года. Сейчас вы с удовольствием будете надевать ее и под жакет, например, и под кардиган. То есть наверняка вы ищете что-то, какие-то блузы, которые вы будете надевать под теплые вещи. И эта туника подходит как нельзя лучше. Дальше, опять же, вы будете носить ее и весной, и летом, естественно. И она будет радовать вас. Будет радовать вас и рисунком своим. Потому что вот сейчас, что мы видим на Аннушке, на нашей, здесь у нас абстрактный рисунок. И, как правило, такие рисунки, они привлекают к себе внимание. И тем самым отвлекают внимание от несовершенства фигур. И именно благодаря крою и благодаря своему рисунку, вы видите, что Аня выглядит невероятно стройной в этой тунике. И вы будете выглядеть вот точно так же. Согласись, Наташа, что вот действительно буквально точеная фигура, как будто песочные часики. Мне очень нравится вот эта, знаешь, такая арочка, которая очень здорово и вкусно подчеркивает бедра, делает такими красивыми. Поэтому не стесняйтесь, ни в коем случае. Наоборот, мы правильно подчеркиваем формы. И здесь, конечно, блуза идеальна. С 50 до 60 есть размеры. Ну и, конечно, второй вопрос, который всегда мучает телезрителей, как только мы начинаем смотреть и хотим уже приобрести, как выбрать дистанционно. Действительно, дистанционно, помоги мне, пожалуйста, мы сейчас сделаем замеры для 50-го размера. Те наши постоянные зрительницы, покупательницы, они знают, что мы постоянно, ну, вернее, помогаем всегда выбрать размер. Мы сейчас делаем замеры для 50-го размера. И посмотрите, полуобхват 58 сантиметров. Вот я, видите, еще даже запас составляю. 58 сантиметров, это значит, что, дорогие модницы, выбирайте для себя изделие, эту тунику, размер в размер. Растягивается? Еще и почему? Давайте, посмотрите. Видите, просадка в области бюста будет идеально. Если у вас, ну, очень широкие бедра, вы это знаете прекрасно. И все равно выбирайте размер в размер. Почему? Потому что, во-первых, есть прибавка очень хорошая. Позаботился производитель, те люди, которые сделали эту блузу, чудесную тунику. И в то же время, посмотрите, вот такая свобода в области живота, талии. Ну, не видно силуэта истинного. И это обусловлено кроем именно. И размер в размер вот такой вот эффект вам обеспечен. Дальше еще очень важный параметр – это длина, чтобы вы знали, с чем вы будете ее носить. Мы же завели туника. И вы видите, туника у нас идет разноуровневый низ у туники. И сейчас по полочке, то есть по передней части, так, 72 сантиметра, вы видите. И по спинке она чуть длиннее, на 2-3 сантиметра, 75 сантиметров. Дорогие модницы, то есть получается, что благодаря этой длине вы совершенно спокойно носите эту тунику, с брюками носите, с классическими брюками, с юбками. И опять же, дорогие красавицы, вы видите тонкую ткань. Вы видите, как хорошо облегает ваше тело и драпируется эта туника. Поэтому вы, если хотите, можете заправить ее даже в юбку или в брюки. Она абсолютно не добавит вам объема, и, знаете ли, силуэт будет изящный, если необходимо подчеркнуть талию именно таким образом. Либо вы надеваете ремешок или поясок, вот как наша Аннушка, да, вот та модель, которую вы сейчас видите, у нее тонкая талия, широкие бедра. Представьте себе, как красиво будет на ней смотреться эта туника с поясом. Например. Ко мне недавно в гости пришла подруга моей мамы, и она пришла вот примерно в такой тунике, вот из такого материала. Я говорю: Наталья Владимировна, вам не холодно? Она говорит: нет, мне на самом деле так жарко, я вообще не люблю укутываться, одеваться. Именно я к чему говорю? То есть в таких туниках можно и сейчас ходить смело. Да, в этих туниках я же уже и сейчас еще раз говорю, и сейчас вы будете надевать ее с удовольствием под, под кардиганы, под жакеты. И вы сейчас наверняка уже озадачены тем, что вы будете надевать под теплую одежду. Да. И, может быть, какие-то футболки находите там у себя, непонятные маечки. Вот, готовая туника, невероятно красивая. 24 сантиметра, длина рукава, знаете,
замер для тех, кому это очень, для тех, кому это интересно. Чтобы то есть мы понимаем, вот эту часть. Во-первых, не то что скрыть, а расширенная зона, плечевая зона как раз нам сужает талию визуально. То есть получается силуэт песочной часики, вот он очевиден и виден сейчас и на наших моделях, и это было видно на вешалке. Слушай, поэтому, девчонки действительно классно смотрятся, и Аня, да, и Вера, фигуры абсолютно разные, но в любом случае смотрится здорово, и на вас сядет также идеально, тем более сегодня такая цена 690 рублей. Конечно, летом такие вещи и в жаркую погоду будут они намного дороже, поэтому сегодня вы экономите 1300 рублей, и размер у нас сейчас, дорогие наши роскошные красавицы, роскошных размеров. Конечно, у вас прекрасная большая грудь, так давайте ее подчеркивать. С 50 по 60 есть вот такие туники, и берите, посмотрите, какие цветы, какие принты у нас есть разные, но в любом случае, какой бы принт ни был, смотрится идеально. А как ухаживать? Посмотри, все-таки это контрастные цвета. Как ухаживать, Галюш, расскажи, пожалуйста. Да, вот смотрите, насыщенный рисунок, яркий рисунок, рисунок невероятной красоты. Стираете в стиральной машине, главное, в режиме стирки ручной. И все, высушиваете на плечиках, и даже не нужно утюжить, потому что это мягкий трикотаж, приятный к телу, который не мнется. Ну и, конечно, 690 рублей. Звоните прямо сейчас.